Далі ходу немає. Это бывший ресторан «Маяк». Но он как красиво осталось. Скульптурное какое-то. Какое-то скульптурное. Наскальный мурал. Мурал, наверное, да. Ну и все. А что тут вода какая-то в этом? Что тут интересно было? Вот. Теперь пока так выглядит. О, тревога. Так, а там танцплощадка. Кто ходил на танцплощадку? Я ходила. Девчонки меня поволокли. Я вообще такая была не очень по дискотекам. А они меня повели. Говорят, идем. Идем, идем. А людей в парке вон достаточно. Гуляют. Туалет. 10 гривен. В общем, я поняла, мальчики и девочки там вместе. Не, ну там, наверное, отдельно. Как вы считаете, это дорого? 10 гривен туалет. А я вот не помню, возле Озерки сколько. 5, по-моему. В Зеленом Гае 5. 5, да? И да. В Чкалово, по-моему, 5. Ну, это элитный парк. И сюда бедняки не ходят. Хорошо, хоть они по 10 открыли, сколько времени у них тут вообще туалет. А, этот туалет, да, был очень долго закрыт. То кабинки стояли, то закрывали, да. Открывали и по 10 дней. Ой, хорошо на улице. Хоть и тревога, а люди гуляют. Наверное, этот архитектор. Ну вот, это летний театр. Может быть, к лету что-то и будет. Раньше так постоянно какие-то проходили представления здесь, выступления. Зал такой большой. Тут только чуть-чуть помыть, почистить, а так все сиденья на месте. Стульчики здесь очень маленькие совсем какие-то, да? Спинка такая вообще чисто символическая. Ну чисто, да, да. Какие-то посерьезнее бы. Ну, чтоб не рассиживались. Ну, так потолок, смотрю, целый. Все. Все целое. Вон и плиточка на полу. Ну, только что подмести. Ну, это не сезон. Да и сейчас, наверное, не до концертов, не до выступлений. Видите, люди гуляют. Не толпы. Ну, еще же не лето. Да, и потом, наверное, много народу. Кто разъехался, кто боится из дому выйти. Что тут? Кофе. Кофе. Кофе не пьем? Я с утра попила. Так, на детской площадке дети. А вот мне вот интересно, это старая детская площадка. А, ну, все там сохранилось. Ага. О, карета. Карету мне, карету. А это как? Кабриолет называется? Или как? Нет. А как? Ну, не знаю. Тарантайка вот такая, да? Тут машинок, их целый автопарк для детей. Какие хочешь. Хочешь сам, хочешь с пультика. Папа повезет. Парк и так убрано. Единственное, что, конечно, если вот эти плиты под ногами, тут идти надо аккуратно и смотреть. То тут, конечно, с плитами караул.
Ну а так убирается, нигде он полностью, вся земля расчесана, так что все граблями убирается. Нигде, да, ни мусора, ни веточек. Чисто, да. Чисто, да. Все хорошо. Сыграем? Нет, не сыграем. Нет? Шах, мат. Все, я выиграла. Да, отсюда хороший обзор от этого памятника. Вот-вот уже скоро все зацветет. Это памятник студентам Днепропетровска, погибшим в Великой Отечественной войне. Да, вот-вот уже скоро почечки откроются. А шиповник еще, я смотрю, с прошлого года он на веточках висит. Это же шиповник. Ну да. Так, поднимаемся. Ну да, в таком удручающем состоянии этот дворец выглядит. Ну, может, когда-то что-то изменится, и его подлампичат. Но когда это будет? А так было бы красиво. Вот эти вот штучки какие. Классные. Было бы хорошо. Можно пройтись вот по мостику туда на остров. А людей там достаточно ходит. А можно по набережной. На самокатах катаются. Ну, что здесь на Монастырском острове? Какие-то аттракциончики работают, а какие-то не очень. А, что-то можно сладковато, 50 гривен можно. Ну вот можно на карусель. Я на вот этой лошадке покатаюсь. Что тут еще есть? Ну касса работает, он подходит, дядя покупает билетик. Сейчас поедут. Кривые зеркала есть. Автодром. Ну, гуляют люди. С собачками. По курсу туалет бесплатный. Стоит вон. Голубой домик. Да, детей вообще. Все детские площадки с детками. Вот церквушечка на этикеточке, как раньше реклама была, да? Церквушка на этикетке. А чья реклама была? Кто помнит? Нет, я не помню. Пишите в комментариях. Ну да, чья это была реклама? Церквушечка на этикеточке. По-моему, какой-то воды. Да. А воды подсказка. Какой? А, ну, может, кто-то напишет. Я... Ты мне потом этот на ушко скажешь? Да. Хорошо. Подсказку дам, да. Хорошо. Ну что, я сейчас зайду в церковь, поставлю свечки за здравие.
Появляются вот эти вот котики. Классно. Клёвенько. Вот какие.